Добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжаем цикл образовательной программы «Гиппократ». И сегодня мы разберем с вами больного с ревматоидным артритом. В поликлинику обратилась женщина 50 лет с жалобами на утреннюю скованность в суставах кисти рук в течение 20 минут, боли в пясно-фаланговых и лучезапястных суставах, снижение силы в руках, утомляемость, слабость, трудности выполнения повседневной домашней работы. Усиление симптомов при физических нагрузках на руки. Принимала пациентка нестероидные противовоспалительные препараты с временным эффектом. Из анамнеза известно, что жалобы появились год назад. Обращалась в поликлинику по месту жительства. Врач нашел признаки остеоартроза и назначил нестероидные противовоспалительные препараты и хондропротекторы. Терапия была без эффекта, и пациентка была направлена к ревматологу. Из анамнеза жизни известно, что пациентка замужем, у нее двое взрослых детей, работает в типографии, травм и операций не было. Среди родственников первой линии и второй линии случаев аутоиммунных заболеваний не выявлено. Объективно кожные покровы чистые, лимфоузлы не увеличены, нормального телосложения, лучезапястные суставы с обеих сторон припухшие, наблюдаются признаки синовита и эксудации. Второе, третье, плюс на фаланговые, пясно-фаланговые суставы кисти рук дефигурированы, увеличены в объеме, при пальпации болезненны, есть признаки воспаления. Червеобразные мышцы кисти рук гипотрофированы. В ходе обследования у пациентки были выявлены высокие цифры антител к циклическому центрулин, содержащему пептиду АЦЦП, который является основным маркером ревматоидного артрита. А также были определены антитела к МСВ, это антитела также к цитрулиновому вимитину, специфические антитела, которые также являются специфичными у пациентов с ревматоидным артритом. Вот, необходимо запомнить вот эти показатели, в частности АЦЦП, это тот показатель, который является решающим фактором лабораторным при диагностике ревматоидного артрита и может выявляться за год-два до появления первых симптомов. В общем, анализе крови было без особых отклонений от нормы. Инструментально. При поступлении, при рентгенографии кисти рук был выявлен околосуставной остеопороз, начальные признаки сужения суставных щелей, остеопороз, начальные признаки сужения суставных щелей, единичные узурации и эрозии в костях лучезапястных суставов, что также является ведущим признаком, о чем мы дальше будем говорить, рентгенологическим у пациентов с ревматоидным артритом. При МРТ или сакральных сочленений был выявлен правосторонний сакроилиит, бессимптомных клинических проявлений не было. На ЭКГ отклонение электрической оси сердца влево, и при ультразвуковом исследовании лучезапястных суставов были выявлены признаки воспаления синовиальной оболочки сустава. Далее пациентке был выставлен диагноз ревматоидный артрит, серопозитивный, дебют, АЦЦП ассоциированный, антитела МСВ плюс положительная, активность болезни была высокая, и пациентке была назначена терапия метотрексатом. В принципе, была назначена терапия базовым препаратом, и помимо этого были назначены фолиевая кислота, МПВП,
локальные формы нестероидных противовоспалительных препаратов. Ежемесячно пациентка обращалась к ревматологу, приходила на осмотр для коррекции лечения. И, в принципе, за 6 месяцев наблюдения удалось добиться клинической ремиссии. Пациентку перестала беспокоить утренняя скованность, значительно уменьшились боли в суставах и увеличилась толерантность к физической нагрузке. Хочется отметить, и на фоне этого, на фоне улучшения, клинического улучшения была уменьшена дозировка метотрексата. Данный клинический пример, он показывает именно хороший положительный результат терапии, и именно терапии базовым препаратом метотрексатом. Но при этом демонстрируется трудность диагностики артрита на ранней стадии из-за скудности клинических симптомов, которые отмечались у пациентки. Проблема ревматоидного артрита существует достаточно давно. Еще в древние времена у людей отмечались изменения пораженных суставов. Так, при раскопках обнаружены более 200 скелетов с признаками деформации различных, характерных для ревматоидного артрита. Были описаны случаи, лечащим врачом императора Клавдия в 100 лет до Рождества Христова, были описаны случаи полиартрита у женщин пожилого возраста. Римский император Константин также страдал артритом, что выявлено, что мы можем увидеть на... Было описано в одной из его историй болезни и на статуе, которая была ему посвящена. Достаточно много внимания уделялось художниками в 16-17 веке именно кистям рук и пальцев. Так, в картинах Рубенса достаточно часто встречаются изменения пальцев, кисти, рук, характерных именно для ревматоидного артрита. Считалось, если художник умел изображать или рисовать кисти рук, то значит он достиг больших успехов. Вот так в своих картинах «Портрет Сюзанны Фуорменд» Рубенс изобразил свою знакомую из бюргерского семейства, в дальнейшем ставшую его супругой. Одна из его супруг, Елена Фурман, страдала, скорее всего, артритом, и художник передал это в своей картине «Три грации», где отразил искаженные кисти пальцев. Ну и многие другие художники отражали именно поражение рук еще с древних времен. Повреждения костно-мышечной системы или же заболевания суставов – это достаточно старая, можно сказать, история. И данных заболеваний, эта группа заболеваний называется ревматические и мышечно-скелетные заболевания, которая насчитывает более 200 заболеваний. Это достаточно разнообразная группа болезней. Обычно эти заболевания связаны с патологией иммунной системы, какими-либо инфекциями, воспалением, приводящими к прогрессирующему нарушению функции суставов, мышц, костей и внутренних органов. Что достаточно, это та группа заболеваний, которая достаточно часто приводит к инвалидизации пациентов и снижает продолжительность жизни. Но основные заболевания, которые входят в эту группу заболеваний, это ревматоидный артрит, это дегенеративная
дегенеративные заболевания суставов позвоночника, в которые входят спондилоартроз, остеоартрит. Это микрокристаллические артриты, в группу которых входят подагра и всевозможные артропатии. Это спондилоартрит, это системные заболевания соединительной ткани, в которую входят системная красная волчанка, системная склеродермия, синдром Шегрена и другие болезни. Но сегодня мы из всех этих заболеваний, единственная группа болезней, которая наблюдается врачом-терапевтом, это остеоартрит. И все остальные заболевания наблюдаются ревматологами, в том числе это и ревматоидный артрит. Данная группа заболеваний, скелетно-мышечных заболеваний, она, диагностика ее, она достаточно затруднена. И большое значение имеет именно ранняя диагностика данных заболеваний, потому что от этого зависит дальнейший прогноз, дальнейшее течение заболевания и позволяет улучшить исходы. Диагностика иммуновоспалительных заболеваний имеет основные принципы. В первую очередь, это клиническое обследование. При постановке диагноза следует ответить на следующие вопросы: есть или нет поражение суставов, острое или хроническое развитие болезни, преобладает ли воспалительный процесс или нет, так как поражение сустава может носить и воспалительный характер, и механический характер. Какой характер поражения суставов, или есть ли какие-то конституциональные или же системные проявления. Отдельное место уделяется лабораторным и инструментальным исследованиям, которые помогают поставить правильный диагноз на ранних стадиях, но при этом их спектр очень ограничен. Ревматоидный артрит – это отдельная нозология, отдельное заболевание, которое достаточно широко распространено. Сегодня оно встречается значительно реже, но это достаточно тяжелое, грозное заболевание, которое ведет за собой при несвоевременной диагностике и неадекватном лечении к развитию тяжелых последствий. Основной механизм ревматоидного артрита – это хроническое аутоиммунное воспаление. В России 1,5% взрослого населения страдают ревматоидным артритом. Наиболее часто им болеют люди в молодом возрасте, от 30 до 50 лет. Чаще женщины, до 40% пациентов становятся нетрудоспособными в течение 5 лет с момента постановки диагноза. И ожидаемая продолжительность жизни у больных с ревматоидным артритом снижена на одну декаду. Итак, что мы имеем? Мы имеем у нашей пациентки жалобы на утреннюю, разберем подробно клиническую картину ревматоидного артрита. Жалобы на утреннюю склонность в суставах кисти рук в течение 20 минут. Для ревматоидного артрита характерна скованность не менее 30 минут, а то и не менее часа. Поэтому мы должны обращать внимание именно на эти жалобы, на наличие скованности, как долго она продолжается, когда она купируется. Далее, у нашей пациентки были жалобы на боли именно в пясно-фаланговых и лучезапястных суставах, что также характерно именно при ревматоидных повреждениях, при ревматоидном артрите именно этих суставов. Снижение силы в руках, о чем мы дальше будем еще с вами говорить, слабость. В принципе, у пациентки были все клинические проявления, и уже на амбулаторном этапе можно было заподозрить. Но несмотря на это, где-то, может быть, врачи не задумались о том, что, возможно, это ревматоидный артрит, и провели какие-то минимальные исследования. Плюс не всегда возможно в условиях поликлиники назначить такие препараты, как такие лабораторные исследования, как АЦЦП, хотя ревматоидный фактор, он достаточно широко используется и может повышаться у пациентов с ревматоидным артритом наряду с тем, что и у других, при других заболеваниях также он может быть высок и не совсем специфичен. В
У нашей пациентки жалобы, характерные для ревматоидного артрита, в принципе, присутствовали. Диагностическими критериями ревматоидного артрита являются артрит трех или большего количества суставов с развитием деформации анкилозов. Как правило, это мелкие суставы, суставы кисти, утренняя скованность не менее часа, симметричность поражения, что важно, наличие ревматоидных узелков, лихорадка, похудание, системность поражения, что может не всегда быть в дебюте заболевания, положительный ревматоидный фактор и наличие АЦЦП, а также характерные рентгенологические признаки в виде субхондральных эрозий и анкилозов. Но это уже более такие поздние признаки, которые необходимо учитывать в диагностике. В любом случае пациент приходят, обращаются своими жалобами к врачам поликлиники. И врачи поликлиники должны всегда быть настроены на возможное развитие у пациента именно ревматоидного артрита и вовремя отправить его к ревматологу. Цель врача поликлиники, о чем мы дальше будем тоже говорить, именно своевременной диагностикой и направление к врачу-ревматологу. В плане ранней диагностики информативными является наличие цареактивного белка, хотя он также, мы дальше будем говорить, характерен, характерное его повышение, это не специфичный показатель ревматоидного фактора, АЦЦП, антитела к МСВ, это вот те показатели, которые могут, как мы уже говорили, выявляться за год-два до первых клинических проявлений, ультразвуковое исследование пораженных суставов и МРТ пораженных суставов. Это вот тот минимум, которым ограничивается для диагностики ревматоидного артрита. Вот, это здесь вот представлены картинки. Данные изменения характерны уже для более поздних стадий, и практически это снимки, предоставленные Институтом ревматологии, практически до сегодня уже до таких изменений наши пациенты, слава богу, не доходят. Припухлость суставов небольшая, измененный сустав на начальных стадиях, вот здесь вот уже более поздние стадии. Также бывают случаи повреждения ревматоидного артрита и при поражении коленных суставов. Послушаем мнение эксперта на эту тему. Что касается самого ревматоидного артрита, чем он грозен и неприятен? Ревматоидный артрит – это болезнь, которая поражает синовиальные суставы, то есть у нас оболочка сустава выстлана, капсула сустава, простите, выслана синовиальной оболочкой. Аутоиммунное воспаление ведет к тому, что она разрастается, она продуцирует много синовиальной жидкости, и сустав начинает увеличиваться в объеме, что мы называем дефигурацией. Дальше при нелеченном или плохо леченном ревматоидном артрите или поздно начатом лечении у нас эта оболочка становится очень агрессивно разрастающейся, и все провоспалительные агенты, которые она продуцирует, начинают участвовать в деградации хряща. Рентгенологически мы видим сужение щели, поскольку хрящ – рентгенонегативное образование. Опять-таки дальше, если мы будем плохо с вами лечить пациента, то помимо деградации хряща мы увидим уже и деградацию кости, появляются эрозии на рентгенограммах, и это, конечно же, уже развернутая, если не поздняя стадия. Ну и нелеченный ревматоидный артрит приводит к тому, что развивается анкилоз. Таким образом, мы можем сказать, что ревматоидный артрит – это синовиальное воспаление преимущественно, да, это дальше деструкция суставов, вот здесь видна очень красивая эрозия в шеловидном отростке локтевой кости. Ну и все это ведет, естественно, к утрате функции. Здесь тоже рентгенограмма одной и той же кисти с разницей в 7 лет. Это старая рентгенограмма. Просто я хочу проиллюстрировать, что происходит с суставами при позднем начале лечения либо неадекватном лечении. Да, как вы понимаете, такая разрушенная кисть, ну, вряд ли способна выполнять какие-то бытовые функции. Первые эрозии у нас могут появиться в мелких суставах кистей,
или стоп, там первые эрозии могут появиться. Поэтому обязательно в дебюте мы делаем рентгенограммы и кистей с лучезапястными суставами, потому что первые эрозии здесь могут появиться в костях суставов. И плюсни фаланговых суставов, не надо делать портрет ноги, снимать голеностопный сустав, даже если он припухший, только плюсни фаланговые суставы. Снимки делаются в прямой проекции, не надо делать боковой, это не травма, где нужны две проекции. Да, при боковой проекции, ну, в лучшем случае мы сможем пересчитать, сколько пальцев у человека, ничего больше мы увидеть с вами не можем. Здесь как раз можно хорошо увидеть, каким образом постепенно воспаление приводит к деструкции и полному коллапсу суставов. Могут поражаться, конечно, и крупные суставы, и дебют может быть с моноартрита, это тоже надо помнить. Да, и, безусловно, при длительном течении воспаления и здесь будут деструктивные изменения. Здесь, как пример, локтевой сустав, куда немеренно вводился дипроспан по поводу любого нарастания болей, любого нарастания припухлости. Это привело к такому выраженному разрушению локтевого сустава. К сожалению, мы это нередко видим. Итак, роль терапевта в своевременной диагностике – это заподозрить системное ревматическое заболевание, назначить адекватное обследование как можно раньше, отправить больного к ревматологу. Что для этого нужно запомнить и на что нужно обращать внимание участковому терапевту, врачу общей практики на амбулаторном этапе? Это так называемая клинически подозрительная артралгия. Признаки и симптомы, которые следует принимать во внимание у пациентов с артралгиями в отсутствии клинических проявлений артрита и без других заболеваний или других очевидных причин болей в суставах. В анамнезе у таких пациентов должны быть симптомы поражения сустава с длительностью меньше года, поражение пясно-фаланговых суставов, длительность утренней склонности больше 60 минут, максимальная выраженность симптома в ранние утренние часы, наличие кровных родственников с ревматоидным артритом, то, о чем, в принципе, мы уже говорили. Из клинических проявлений, клинического обследования – мы используем несколько правил. Это невозможно сжать руку в кулак, положительный тест поперечного сжатия, и при наличии у пациентов больше трех пунктов чувствительность составляет 90% к ревматоидному артриту, больше четырех пунктов чувствительность больше 70%. Диагностика ревматоидного артрита складывается из нескольких этапов. Для врачей амбулаторного звена принципиален первый этап. Это когда пациент обращается с воспалением сустава в поликлинику, мы предполагаем наличие ревматоидного артрита и далее отправляем к ревматологу. Всем остальным занимается уже ревматолог. Для того, чтобы возможно было заподозрить ревматоидный артрит у пациентов на амбулаторном этапе, имеются модификационные критерии, которые позволяют его заподозрить. К ним относятся наличие более трех воспалительных суставов, поражение плюсно-фаланговых суставов с положительным тестом сжатия, утренняя склонность более 30 минут. Исход ревматоидного артрита, как правило, не как правило, он лечится лучше и наблюдаются эти пациенты у ревматологов. Задержка начала терапии больше 12 месяцев снижает вероятность благоприятного прогноза. Наличие положительных ревматоидных факторов, эрозии рентгенологических с неблагоприятным прогнозом и не исключает, или же их отсутствие не исключает диагноз, это то, что мне необходимо помнить терапевтам. И прием МПВП маскирует симптомы. На фоне нестероидных противовоспалительных препаратов достигается достаточно быстрый эффект, но он только лишь симптоматический. На течение болезни в положительном ключе он никак не влияет. Кроме того, европейские ревматологи разработали критерии, по которым также мы можем заподозрить наличие у пациента ревматоидного артрита. Эти параметры могут быть у пациента с артралгией без клиники артритов. И также вот это, в принципе, то же самое, о чем мы уже говорили. При отсутствии причин каких-либо для артралгии.
Также это вот то же самое, это недавнее начало симптомов меньше года, локализация мелких суставов длительная, утренний склонности больше 60 минут, наличие первой стадии относительно ревматоидного артрита, наибольшая выраженная скованность в утренние часы, при осмотре затруднения при сжатии кулака, положительный тест сжатия и наличие четырех признаков в данной классификации, да, из данных критериев, позволяет на 90% предположить ревматоидный артрит. Врачи амбулаторного звена могут пользоваться вот такой вот системой подсчетов баллов, которая включает вовлечение суставов. Это 1 крупный, 2, 10 крупных суставов, 1, 3 мелких. И в соответствии с этим идет градация бальная. Наличие серологических каких-то положительных показателей, астрофазовые показатели, длительность симптоматики. И при сумме баллов больше 6 необходимо данных пациентов направлять к ревматологу. Это вот тот алгоритм, которым могут пользоваться и должны пользоваться врачи общей практики и терапевты на амбулаторном этапе. Отдельно необходим, хочется остановиться на правиле осмотра суставов. В принципе, в прошлом Гиппократе мы его уже обсуждали, но если мы его повторим, больше я уже в свои остальные лекции не буду включать, то оно будет уместно. Боль в суставах, изменение формы и функции суставов – это наиболее частая причина обращения пациентов к врачу за помощью. Клинический осмотр пациента, страдающего болью в суставах, мы начинаем с осмотра суставов кистей. Нас интересует в первую очередь состояние кожи, наличие отсутствия участков гиперемии, кожная температура над областью суставов. Нас интересует наличие отсутствия псориатических бляшек, локализация подкожных узелков. Если узелки локализуются в области дистальных фаланг, это свидетельствует в первую очередь, скорее всего, о наличии такого заболевания, как остеоартроз. Изменения в области проксимальных фаланг и в области пясно-фаланговых суставов наиболее характерны для псориатического артрита и ревматоидного артрита. Очень важной составной частью оценки сустава кисти является оценка межкостных мышц, потому что при длительном болевом синдроме, при хроническом болевом синдроме отмечается уменьшение функций и выпадение этих мышц из работы. Очень важно оценить наличие отсутствия деформаций, дефигураций. Оценка положительного сжатия свидетельствует о боли в пясно-фаланговых суставах. Нам нужно знать, насколько полны и активны движения в лучезапястных суставах, отсутствуют или имеются признаки фиброза сухожилий сгибателей, насколько полно пациентка может сжать руку в кулак и не испытывает ли при этом затруднений. Следующее, что нас интересует, это область предплечья. Оцениваем состояние кожи, мышц, области локтевого сустава, наличие отсутствия гиперемии в области медиального и латерального мыщелков. Нас интересует функция сустава, сгибание и разгибание, отсутствие или наличие сгибательной контрактуры и, соответственно, функция сустава, такая как пронация, супинация. Изменение функции плечевых суставов также осматривается в положении стоя. Пациенту предлагается выполнить движение разведения рук в стороны с подъемом вверх. По тому, насколько справляется или не справляется пациент с этой задачей, оценивается вовлеченность в патологический процесс плечевых суставов. Наиболее часто плечевые суставы поражаются при остеоартрозе, при плечо-лопаточном периартрите. Проксимальная группа мышц плечевого пояса бывает задействована у пациентов с ревматической полимиалгией. Это в основном пациенты пожилого возраста. Осмотр изменений суставов нижних конечностей осуществляется в положении лежа. В первую очередь необходимо определить длину
обеих конечностей для того, чтобы исключить патологию в тазобедренном суставе, укорочение ноги из-за патологии в тазобедренном суставе или в коленном суставе. Следующее, на что необходимо обратить внимание, это на изменения в области первого пальца, которые наиболее характерны для пациентов, страдающих подагрическим артритом и остеоартрозом, так называемый халюкс вальгус. Второй, третий и четвертый палец, сосискообразные пальцы, наиболее часто встречаются эти изменения у пациентов, страдающих заболеваниями из группы сернегативных спондилоартропатий, такие как реактивный артрит, псориатический артрит и другие. Область голеностопного сустава чрезвычайно важна при оценке артроза в голеностопных суставах. Мы обращаем внимание на наличие гиперемии, припухлости, нарушения функции. Обязательно необходимо попросить пациента сделать движение в голеностопном суставе. Это движение вперед-назад и ротация. Это сгибание, разгибание в области суставов стоп. Таким образом, мы можем оценить, есть или нет воспаление, есть или нет болевой синдром. Исследование коленного сустава осуществляется с помощью обеих рук. В области нижней трети бедра фиксируется нога, и второй рукой мы определяем баллотирование надколенника. Таким образом оценивается наличие синовита, эксудата в полости сустава, медиальная область сустава и наличие боли в этой области оценивается с помощью пальпации, находятся болезненные точки в местах прикрепления сухожилий к мышелкам большеберцовой и бедренной костей. Очень важным является оценка функции коленного сустава при сгибании и разгибании, наличие или отсутствие сгибательной контрактуры. Совершенно очевидно, что у данной пациентки разгибание не полностью, и имеются начальные признаки сгибательной контрактуры правого коленного сустава. Внешние изменения, такие как припухлость в области тазобедренных суставов, как правило, отсутствуют, поэтому нас интересует исключительно функция сустава, ограничение движений, возможность выполнения движений во всех плоскостях. Для этого мы просим поднять пациента ногу вверх-вниз, согнуть в области коленного сустава и самостоятельно, а также с нашей помощью осуществить ротационные движения, движение отведения и приведения в тазобедренном суставе. По наличию болезненности и ограничений движений мы можем судить о вовлечении в патологический процесс тазобедренного сустава. Помимо основных симптомов клинических, которые могут встречаться при ревматоидном артрите, также имеются внесуставные проявления, среди которых необходимо отметить проявление генерализованного васкулита. Суть, как правило, дебют заболевания при генерализованном васкулите начинается с лихорадки, с потери массы тела, в дальнейшем присоединяется геморрагический васкулит, артриты, полинейропатии и язвы голени. При этом язва голени, она не требует какого-то лечения, проходит самостоятельно. Хочется отметить, что при таком дебюте заболевания оно протекает, конечно, тяжелее, но в какой-то доле является первым показателем, первыми признаками ревматоидного артрита и требует уже на начальных этапах настороженности амбулаторного врача для дальнейшего дообследования в плане ревматоидного артрита. Также достаточно часто
При ревматоидном артрите отмечается поражение легочной ткани в виде диффузного интерстициального фиброза легкого, альвеолита, гранулем, а именно ревматоидных узелков, которые отмечаются не только под кожей, но и в легочной ткани, а также плевритов. Кроме этого, ревматоидные узелки, множественные узелки могут отмечаться в слизистой глаз и требуют дифференциальной диагностики с другими заболеваниями, при которых также могут они отмечаться. Излюбленная локализация ревматоидных узелков – это легочная ткань, это околосуставные ткани, но наиболее часто это мелкие суставы кисти рук. Кроме этого, также могут отмечаться ревматоидные узелки и в слизистой глаз. Кроме этого, поражение глаз может сопровождаться эписклеритами, иритами, кератоконъюнктивитами, но это достаточно встречается редко. Реже, но могут встречаться повреждения сердца при ревматоидном артрите в виде миокардитов. Эхокардиографически может отмечаться перикардит и еще реже отмечается поражение эндокардом. Также достаточно нечасто сегодня отмечаются нефропатии при ревматоидном артрите в виде небольшой протеинурии, гематурии, нефритов и крайне редким осложнением может быть амилоидоз. Итак, мы рассмотрели клинические проявления ревматоидного артрита. Врач заподозрил ревматоидный артрит и направил дальше пациента в институт ревматологии, где ему проведены основные исследования АЦЦП и антитела к МСВ, о чем мы говорили, которые были повышены. Было проведено рентгенологическое исследование, на котором были выявлены эрозии. И также ультразвуковое исследование, которое выявило признаки воспаления синовиальной оболочки суставов. У каждого больного с ревматоидным артритом, которого мы направляем к ревматологу, необходимо обязательно оценить предикторы персистенции активности болезни. Для этого нужно оценить число припухших суставов, болезненных суставов, оценить СОИЦ, реактивный белок, определить, как мы уже сказали, ревматоидный фактор АЦЦП и провести лучевую диагностику суставов кисти и тех суставов, которые могут быть еще поражены. Основные лабораторные маркеры ревматоидного артрита и его воспалительной активности – это ревматоидный фактор, который может быть позитивен у 70% больных, это наличие антител к циклическому цитрулированному пептиду АЦЦП, который высоко специфичен для ревматоидного артрита. Это может отмечаться у этих пациентов повышение СОИЦ реактивного белка, но данные показатели могут быть высокими и при различных заболеваниях других. Вот здесь вот мы можем оценить частоту, специфичность тех или иных показателей при ревматоидном, при раннем артрите и насколько они специфичны. Так, ревматоидный фактор, он встречается от 15 до 30% больных, и он является, в принципе, специфичным, ну, достаточно специфичным, но в сравнении с АЦЦП и антителами к модифицированному цитрулиновому метину он более низок, но необходимо отметить, что не все лаборатории, не все стационары клиники имеют возможность определения данных показателей. Поэтому в данной ситуации даже наличие высокого уровня, а именно наличие высокого ревматоидного фактора может являться достаточно высокоспецифичным. Само по себе повышение уровня АЦЦП может быть высоким, кроме того, как при ревматоидном артрите у пациентов с туберкулезом. Об этом необходимо помнить и
исключать при наличии факторов туберкулеза, при наличии туберкулеза в анамнезе у больных. Что необходимо отметить? Что одним из золотых правил ревматологии является не назначать необоснованные лабораторные инструментальные исследования. В данной ситуации необходимо четко знать, что необходимо назначать пациентам только те исследования, которые являются высокоспецифичными. Это наличие ревматоидного фактора, наличие АЦЦП, общий анализ крови, тот минимум, который требуется назначать. Не нужно назначать исследования антиядерных антител, не нужно проводить МРТ, денситометрию при наличии лабораторного подтверждения. МРТ проводится для того, чтобы оценить уровень изменения в костной ткани и уровень изменения хряща и мягких тканей. Денситометрия проводится чаще, чем 2 раза в год, только при наличии признаков остеопороза, при выявлении признаков остеопороза костной ткани, что может выявляться на начальном этапе ревматоидного артрита. Также у пациентов с болями в спине не обязательно проводить инструментальное обследование при подозрении на ревматоидный артрит. Это все история, которая касается других заболеваний, о которых мы поговорим дальше. Показаниями для консультации ревматолога являются артриты мелких суставов кисти, еще раз мы это повторим, повышение астрофазных лабораторных показателей, наличие утренней скованности минимум 30 минут, а то и более часа, стойкий моноартрит, резистентный к МПВП-терапии, наличие системных проявлений, даже сомнительной припухлости, поражение кожи, суставов, почек, легких, сухость в глазах и во рту, а также ранняя диагностика. Важно запомнить, что ранняя диагностика ревматоидного артрита – это залог успешной его терапии. Поэтому очень много зависит от врача поликлиники на ранних этапах диагностики и для того, чтобы была начата дальнейшая своевременная терапия. У нашей пациентки амбулаторно были назначены нестероидные противовоспалительные препараты, хондропротекторы, которые не могли оказать никак положительного эффекта, а только нестероидные противовоспалительные препараты оказывают временный симптоматический эффект, могут уменьшить припухлость, уменьшить болевой синдром, но патогенетически в данной ситуации они никакого влияния не играют. И поэтому в институте ревматологии пациентке был назначен метотрексат. Базовый препарат, на фоне которого пациентке был достигнут хороший эффект, и через полгода дозировка метотрексата была снижена. Роль терапевта, которая отводится в лечении ревматоидного артрита, это понимать и уметь и объяснить пациенту, какова цель терапии ревматоидного артрита, что представляют собой различные группы препаратов. Вообще лечение ревматоидного артрита – это совместное лечение, совместная работа пациента и врача. Объяснить пациенту, какие имеются сегодня новые группы препаратов, их достоинства, их недостатки, своевременно контролировать безопасность лечения, проводить профилактические лечебные мероприятия, направленные на снижение риска коморбидных заболеваний. Сегодня в лечении ревматоидного артрита существует стратегия Thread to Target. Это стратегия, выработанная 10 лет тому назад, и которая сводится к тому, к лечению до достижения цели. Основная цель лечения ревматоидного артрита – это достижение цели, то есть подавление активности воспаления. Пациенты должны знать, что это не то заболевание, которое можно вылечить полностью. Это хроническое заболевание, при успешной терапии которого возможно достичь хорошего эффекта.
Стратегия лечения ревматоидного артрита Thread to Target сводится к следующему. Лечение ревматоидного артрита должно базироваться на совместных решениях пациента и ревматолога. Первичная задача лечения больного с ревматоидным артритом – это максимальное длительное сохранение качества жизни путем контроля симптомов, предупреждения деструкции, нормализации функций и социальной адаптации. Это подавление воспаления, наиболее важный путь к достижению этой цели, а также путем измерения активности болезни и коррекции терапии на этапах лечения до оптимизации исхода ревматоидного артрита. Необходимо выделить 10 рекомендаций, финальных рекомендаций Thread to Target, которые основаны на клиническом опыте и мнении экспертов. Первое. Это первой мишенью при лечении ревматоидного артрита должно быть достижение клинической ремиссии. Второе. Клиническая ремиссия определяется как отсутствие достоверных проявлений воспалительной активности болезни. Третье. Альтернативной целью лечения может быть достижение низкой активности в течение длительного времени. Все сводится к тому, что мы достигаем клиническую ремиссию, мы достигаем низкую активность болезни. Везде речь идет о том, что это является, в принципе, это приравнивается к основным пунктам достижения эффективности нашей терапии. Дальше. Пока цель не достигнута, необходима коррекция терапии, и она должна обсуждаться каждые 3 месяца. Пятый пункт – это измерение активности должно проводиться и документироваться регулярно, ежемесячно, у пациентов с высокой или умеренной активностью и реже, каждые 3-6 месяца при достижении низкой активности. Ой, извините. Следующий, 6-й пункт. Использование валидизированных составных индексов активности болезни, которые включают оценку суставов, является необходимым в рутинной клинической практике для решения дальнейшей терапии. Структурные повреждения и функциональное состояние следует обсуждать при принятии клинических решений в дополнение к измерению активности болезни. Желаемая мишень лечения должна сохраняться в течение всей длительности болезни. Выбор оценки активности болезни и степень важности мишени зависит от коморбидности, факторов, связанных с пациентом, от риска, связанного с фармакотерапией. И 10-й пункт – это пациент должен быть соответствующим образом информирован о цели лечения и планируемой стратегии лечения для улучшения достижения лечения под наблюдением ревматологии. Суть данной стратегии в том, что должна заранее быть обдумана тактика лечения, выработана стратегия, и которая в дальнейшем будет уже проводиться у данного пациента. С чего же мы начинаем терапию? Прежде всего, ревматолог должен создать определенную стратегию, выработанную на много лет вперед по лечению данного пациента. Выбрать препараты для лечения с учетом варианта течения заболевания и коморбидности. Контролировать эффективность и безопасность лечения. Проводить своевременную коррекцию терапии и проводить профилактические лечебные мероприятия, направленные на снижение риска коморбидных заболеваний. За последние десятилетия в лечении ревматоидного артрита выявлен достаточно высокий прогресс. Так, в терапии пациентов с ревматоидным артритом от аспирина, от воспаления при помощи терапии артрита нестероидными противовоспалительными препаратами, только метотрексатом, перешли к новым препаратам, к стратегии Thread to Target и применение новых препаратов. Это генно-инженерные биологические препараты и таргетные синтетические базные противовоспалительные препараты, которые сегодня достаточно широко используются и позволяют более эффективно контролировать воспаление и достигать ремиссии. Мало того, данная группа препаратов, всем вам хорошо известна, используется и нашли свое применение и в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Необходимо выделить три
группы препаратов, которые используются при лечении ревматоидного артрита. Это симптоматические препараты, которые не влияют на лечение ревматоидного артрита и в которые входят нестероидные противовоспалительные и глюкокортикоидные препараты. И группа базисных препаратов – это синтетические базисные противовоспалительные препараты, в группу которых входят метотрексат, традиционные базисные противовоспалительные препараты и таргетные базисные противовоспалительные препараты, синтетически включающие джак-киназы. Вторая группа, которая сегодня достаточно широко используется, является базисной, это геноинженерные биологические препараты, оригинальные и биосимиляры. Повторяется слайд. Необходимо отметить основные пункты, постулаты по рекомендации по ведению больных с ревматоидным артритом. Для уменьшения болей в суставах сегодня, для уменьшения болевого синдрома продолжают использовать нестероидные противовоспалительные, которые оказывают удовлетворительный симптоматический или же мягкий анальгетический эффект. Необходимо помнить, что нестероидные противовоспалительные препараты они и глюкокортикоиды, они, конечно, дают достаточно быстрый эффект здесь и сейчас. Их назначили, боль уменьшилась, и пациенту вроде бы чувствует себя легче. Уменьшилась припухлость сустава, уменьшилась гиперемия, увеличилась активность движения. Но на самом деле эффекта от данной терапии нет никакого. И поэтому данные препараты могут использоваться крайне только в тех случаях, когда осуществляется смена какой-либо терапии, глюкокортикоиды могут назначаться только ревматологами и используются на очень короткий период, могут назначаться для смены терапии, для достижения быстрого эффекта и прежде всего с учетом того, что как я уже сказала, они не оказывают значимого клинического эффекта и последствия применения данных препаратов, их побочные действия, которые проявляются позже, они достаточно больше доставляют беспокойств и больному, и врачу в дальнейшем при их проявлении. Поэтому данная группа препаратов, нестероидные противовоспалительные и глюкокортикоиды, используются крайне редко, только при достижении кратковременного эффекта на время смены препаратов, что необходимо учитывать. Основными базисными препаратами являются метотрексат и янускиназа, а также геноинженерные биологические препараты. Что касается метотрексата, то необходимо ответить, что терапия базисными противовоспалительными препаратами проводится всем пациентам с ревматоидным артритом, включая пациентов даже с высокой вероятностью ревматоидного артрита, и назначаются как можно рано, желательно не позднее, чем через 3-6 месяцев от момента появления первых симптомов. Поэтому задача терапевта и участкового врача, амбулаторного врача, задача врача на амбулаторном этапе – выявить своевременно и направить к ревматологу. От вас не требуется назначение метотрексата, титрация дозы метотрексата, перевод на дальнейшую терапию геноинженерными или же янускиназами. От вас только диагностировать максимально рано, направить к ревматологу, все остальное – это задача ревматолога. Мы просто коротко сейчас осветим вопрос терапии, вопрос препаратов и основных групп, которые используются. Все больные обязательно должны получать базисные противовоспалительные препараты. В частности, метотрексат – это препарат первой линии, который должен назначаться всем пациентам с ревматоидным артритом. Сегодня существуют различные формы метотрексата, в том числе и парентеральная форма, что значительно облегчает жизнь больных. Перед назначением метотрексата, естественно, следует оценить риск нежелательных реакций, прием алкоголя, ожирения, нарушение функции печени,
почек, оценить уровень трансаминаз, наличие или отсутствие гиперозотемии, глюкозы и различные маркеры, которые могут бы являться свидетельством о каких-то тяжелых заболеваниях и являться противопоказанием для терапии метотрексатом. Конечно, положительные эффекты метотрексата очевидны, но у некоторых пациентов имеются ограничения, и что требует другого подхода, выбора других препаратов. Сюда на помощь приходят другие две группы. Это синтетические препараты, базисные янус-киназы и геноинженерные биологические препараты. Как мы уже говорили, эволюция терапии ревматоидным артритом за последние 100 лет прошла много этапов. Это от аспирина, это от терапии препаратами золота, глюкокортикоидная терапия, далее эра геноинженерных препаратов, и сегодня уже это еще и новая ступень, это ЖАК-киназа. Сегодня придерживаются в выборе и в лечении больных с ревматоидным артритом наши российские рекомендации, которые соответствуют и европейским рекомендациям по лечению больных с ревматоидным артритом. При постановке диагноза ревматоидный артрит, при отсутствии противопоказаний к назначению метотрексата, пациенту начало терапии проводят метотрексатом. При наличии противопоказаний начинают терапию сульфасалазином или же геноинженерными биологическими препаратами янус-киназами. Необходимо отметить, что при терапии метотрексатом обязательным является оценка терапии, как мы уже говорили, при тяжелом течении каждый месяц, а при среднетяжелом каждые 3-6 месяцев до достижения цели, что было проведено и у нашей пациентки. Через полгода она обратилась обратно к врачу, пришла на прием, у нее был выявлен положительный эффект и доза была уменьшена. Если терапия достижена, цель достижена, да, то мы продолжаем терапию до еще возможного уменьшения дозы и до достижения ремиссии. Вторая фаза терапии включает наличие неблагоприятных прогностических факторов, при наличии противопоказаний к терапии метотрексатом мы переходим ко второй фазе. И здесь уже мы ориентируемся на наличие неблагоприятных прогностических факторов или же их отсутствие. К факторам неблагоприятного прогноза относятся умеренная или высокая активность заболевания, несмотря на терапию базной противовоспалительной, высокие уровни острофазных показателей воспаления, большое количество припухших суставов, высокий уровень ревматоидного фактора, АЦЦП, особенно в высоких титрах, раннее образование эрозии, неэффективность двух и более базовых противовоспалительных препаратов. И здесь при наличии неблагоприятных прогностических факторов мы используем геноинженерные или же биологические препараты или же ингибиторы ЖАК-киназ. При отсутствии неблагоприятных препаратов мы проводим смену базисного противовоспалительного препарата, который использовался в первой фазе, или же проводим комбинированную терапию базисными противовоспалительными препаратами. Эффективность оценивается каждые 3 месяца, либо до достижения цели терапии через 6 месяцев. При достижении значимого эффекта при уменьшении мы продолжаем терапию до возможного уменьшения титровки дозы до достижения ремиссии. Цель терапии больных ревматоидным артритом – это лечение до достижения ремиссии, как мы уже говорили. Роль клинициста, роль врача амбулаторного звена, который наблюдает данных больных в том числе, это не производить необоснованной отмены базисных препаратов,
контролировать безопасность лечения и проводить профилактические лечебные мероприятия, направленные на снижение риска коморбидных заболеваний. И хочется таким образом терапия ревматоидного артрита, базисными препаратами являются метотрексат, синтетические препараты метотрексат и янускиназа, а также геноинженерные биологические препараты, которые являются базовыми. Терапия у всех пациентов начинается с метотрексата. Наблюдают данную группу больных и лечат только ревматологи до достижения ремиссии. И цель врача амбулаторного звена – выявить своевременно, направить к ревматологу и не допустить развития, контролировать безопасность терапии и своевременно контролировать смену терапии, своевременное посещение больными ревматологом. И хочется закончить на... возможно, позитивной также ноте. А то мы уже в начале лекции, я уже говорила о том, что известные художники достаточно часто рисовали кисти рук, что являлось высокой оценкой этих художников в своих произведениях. Но хочется рассказать об одном из художники Огюсте Ренуа, выдающемся французском живописце, который сам страдал ревматоидным артритом, тяжелой его формы. И к 62 годам его руки, они его не слушали, они были уже парализованы, кости, суставы были изменены. И он самостоятельно не мог уже рисовать, писать картины. И ему приходилось связывали руки, кисти для того, чтобы он мог творить. И даже в таком состоянии он творил. Настолько была сильная воля у человека, несмотря на тяжелую болезнь, что ему хотелось дальше жить, творить и рисовать. Я отказываюсь от ходьбы. Она отнимает у меня всю волю, не оставляя ничего для живописи. Если уж выбирать между ходьбой и живописью, я выбираю живопись. Он выбирал живопись, он выбрал не ходить, а рисовать и продолжать жить. Сегодня, конечно, медицина ушла далеко, и очень много сделано. Наши пациенты чувствуют себя менее инвалидизированными, данное заболевание уже менее инвалидизировано, но при всем при этом это достаточно тяжелая болезнь, которая требует много сил, много терпения, и чего желаем мы и врачам, и нашим пациентам. Спасибо за внимание.